откуда ты? Екатеринбург. А, ну там самый гнидник.
Чего?
Thank you.
скачи, а назвали такой прям сроды. Нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица, победе нас ведет. Ой, взяли город Минск, город весь прошли, и посреди улицы название прочли. А название такое прям слово боевое. Минская улица, на запад нас ведет. Значит, нам туда дорога. Нам туда дорога, Брестская улица, победе нас идет. Боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочти. А название такое прям слово боевое, Варшавская улица, на запад нас идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Гданьск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, прям слово боевое, Ленинская улица, на запад нас ежегодно принимается Генассамблеей ООН.
В тексте содержится призыв неустанно бороться с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Esto es serio. Preparaos. Los neonazis y los nacionalistas radicales vuelven a intentar levantar cabeza. Como saben, Rusia es la impulsora de la resolución sobre la inadmisibilidad de la glorificación del nazismo que adopta anualmente la Asamblea General de la ONU. Su texto hace llamamiento a la lucha sin cuartel contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. Уважаемые соотечественники, мы наследники великой победы, и мы гордимся своей историей и своим народом. В этот священный для нас день особо хочу поблагодарить вас, дорогие ветераны, и пожелать вам крепкого здоровья. Пусть вас окружают внимание и забота ваших близких. Queridos compatriotas, de pasaporte, de origen, de sangre y de corazón, seáis del tipo que seáis. Somos los herederos de la gran victoria y estamos orgullosos de nuestra historia y de nuestro pueblo. En este día sagrado, quiero daros las gracias especialmente a vosotros, queridos veteranos, y desearos buena salud. Que esté rodeado de atenciones y cuidados de sus seres queridos. Feliz día de la gran victoria. ¡Feliz día!